Здрасте, я Лёша. И сегодня, короче, мне делать нечего, поэтому мы будем делать картину из Майнкрафта. Ну, как многие знают, я как бы это, как картинки рисую, а Майнкрафт, ну, по факту, это моя жизнь, поэтому сегодня мы будем рисовать вот эту вот прекрасную штучку. Сейчас я пойду и куплю холст. Я, короче, вышел из дома, я сходил в магазин и купил вот это. Квадратных не было, поэтому придется делать то, что вы видели до этого. А я хотел квадратное что-то. Ну ладно. А вы что думали, я купил новый холст, чтобы это рисовать? Не, ребят. Я буду, короче, у меня старый точно такой же есть. У меня просто идеи не было, что на нем сделать, поэтому на нем будет Майнкрафт. Погнали. Блин, блядь, я, короче, по холсту ударил, а теперь вот это. Сука, придется натягивать его. Блядь. Короче, я это починил. Сейчас я расчерчу в пиксели и вернусь. И будем творить искусство. А знаете что? А я, короче, я дорисовал. Вот смотрите, тут есть квадратики. И теперь можно начинать делать саму наше произведение искусства. Вот это. Да. Погнали, но холстом бить больше не буду. Я его уже не натяну. Все. А, ну естественно, я забыл сказать, чем мы вообще рисовать-то будем. Я зашел и купил маркера в лавку художника. Но проблема в чем? Тут, во-первых, не все цвета придется мешать из акрила, который у меня остался. А еще девочка, которая там работает. Если ты смотришь мое видео, спасибо тебе за два маркера. Подписчица работает в этом магазе и подарила мне целых два маркера. Вот эти. Круто. Йоу, спасибо. Вот знаете, что я вам скажу? Это оказалось, короче, сложнее, чем я думал. Этих пикселей, блядь, слишком много. Вот. Это пиздец сложно. Я думал, что это будет легче. Чё за говно? Короче, я сел рисовать примерно часа в 3 вечера. Время уже 23:19. Готово вот столько. Ну чё, продолжаем?
как говорится, доброе утро. Я вчера уснул, вот, все, что я пока доделал. Сейчас будем продолжать. Давайте, раз, два. Короче, второй день, время 5:35. Почти все, осталось там буквально несколько пикселей вот тут, потому что, ну, там просто цвета, которые там какие-то зеленые и серые, поэтому скоро доделаем, и будет круто. Ну, короче, что, вечер второго дня, и па-па-па-па-пау, оно готово. Это гриппер. Мне пришлось его чуть-чуть уменьшить, потому что изначальная исходная картина в самом майне, она 32 на 16, а холст тип 30 на 20. Мне пришлось его немножко в эту сторону увеличить, а в эту поджать. Но, в принципе, то, что получилось, мне вообще заходит. Блин, прикольно. Это клево, мне нравится. Вот, теперь у меня есть Майнкрафт. Короче, чуваки, спасибо за просмотр этого видео. Пишите ваши комменты, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Если вдруг это видео зайдет, тут будет много просмотров, много комментов, много лайков. Я нарисую самую большую картину, которая есть в Майнкрафте. А то есть, это вот этот череп. Она просто гигантская, она по сути 64 на 64, но холсты существуют только 60 на 60, поэтому придется взять типа 60 на 60, чуть-чуть уменьшить, но я это сделаю. Поэтому дело за вами. Еще раз спасибо, с вами был Леха Бучер, пока, подписывайтесь на все соцсети, которые внизу, ну и все такое. Пока.